14 по 17 августа 2003 года на территории Всероссийского выставочного центра в Москве состоялась национальная выставка Казахстана. В ней принимали участие около 200 фирм и компаний из разных регионов республики. августа 2007 года глава государства подписал указ о государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники, литературы и искусства. Десять лет назад в российский прокат вышел фильм молодого казахстанского режиссера Гульшат Омаровой «Шиза». Картина завоевала сердца европейцев. Совместный российско-казахстанский проект тепло встретили на 57-м Каннском кинофестивале. августа 1908 года в Фолкстоне проведен первый международный конкурс красоты. В 1948 году родился писатель, журналист, член Союза писателей Казахстана Александр Самойленко.